Я точно должна попасть на эту голливудскую вечеринку. Пароль? Доброе утро, Цезарь. Нет. Привет, Цезарь. Тоже не тот. Как же там было? Да здравствует Цезарь! Вот теперь повеселимся. Студия Capital Pictures – источник информации, хорошего настроения и развлечений. Они это получат. И начали. Целая армия операторов, актеров, профессионалов всех мастей, не покладая рук, трудится над главным фильмом года. Да здравствует Цезарь! Это масштабная постановка, в ней играет Берт Уитлок. И это далеко не единственный суперактер в фильме. Вы только вдумайтесь. Джордж Клуни, Рэйф Файнс, Кристофер Ламберт, Ченнинг Татум, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон. И все они, ну тут ничего удивительного, обитатели Голливуда, правда, 50-х годов. В самом разгаре съемки будущего шедевра «Да здравствует Цезарь». Вот только главный актер исчезает, и на его поиски пускаются все вышеупомянутые. Написали сценарий, сняли, спродюсировали фильм «Братья Коэн», давненько не радовавшие нас комедиями. Так что вперед на поиски хорошего настроения. Не думала, что ты справишься. Но это еще не все, Майк. Придется убедить сестру поберечь тебя. Есть еще работенка. Не сделаем, она прикончит нас всех. Их четверо. Кто же четвертый? Мы выждем момент и ударим. А может, три девятки? Три девятки – это не телефонный код, а своеобразный пароль, означающий, что убит офицер полиции и необходима максимальная помощь. Но оказывается, это всего лишь ловушка. Чтобы отвлечь правоохранительные органы, пока группа коррумпированных полицейских и преступников будут грабить банк. В фильме могли принять участие, но по разным причинам не смогли и Шайа Лабаф, и Кристоф Вальц, даже Джефф Бриджес. Но в итоге сыграли не менее значимые Кейси Аффлек, Кейт Уинслет и Вуди Харрельсон. Так что и так будет на кого посмотреть. Сколько мне осталось? Ты перепутал все снимки. 1.5-2 месяца. За ваше здоровье. Это поздно, Син. Тогда не чокайся. А это рано. Вам не угодишь. Не понимаю, как Маша будет без меня. Попадется какой-то проходимец. Еще будет воспитывать моих детишек. Свиданий много не бывает. По правде говоря, их всего 8. Зато каких? Первых, новых, а в этом году еще и лучших. Положительная тенденция явно налицо. Вновь на большом экране встречаем комедию про непростые отношения мужчины и женщины. Никита узнает, что ему осталось жить совсем немного. Не желая оставлять жену и детей в одиночестве, он решает найти себе достойную замену. Так же, как и создатели фильма сменили во франшизе Оксану Акиньшину на Веру Брежневу. Правильно ли они поступили, узнаем в кино. Ты можешь пробить номерок? Блиц там самый расторопный. Эффективнее всех работает. Стой. Они что, все ленивцы? Что, ты хочешь сказать, что ленивцы медленные? Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Здравствуй, дорогой. Но кто бы не мечтал побывать в городе, населенном животными, самой, кстати, современной инфраструктурой. Районы, магазины, даже полиция. Как раз одному из офицеров, жизнерадостной крольчихе Джуди Хоббс, вместе с хитрым лисом Ником Уайлдом предстоит раскрыть непростое дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса. Кстати, аниматоры для разных видов животных создали свой индивидуальный мех, ну а каждый волосок прорисовывали отдельно. Так что вы даже и не заметите, реально все, что на экране или нет. И хотя мы не можем поговорить с животными на одном языке, тем не менее они являются источником добра, позитива и энергии, как и программа «Утро на Енисей», которая не только рассказывает вам о мимимишном, но еще и о самых громких кинопремьерах.